«День знаний» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Георгий Гагиберидзе, 7 лет. Совсем скоро у меня начнется новая жизнь. Я стану школьником. 1 сентября – это самый важный день, начало учебного года. Но я немного волнуюсь, потому что впереди знакомство со школой, одноклассниками и с первым учителем. Учитель – это самый главный человек в школе. Он откроет нам целую страну знаний. Мы будем учиться писать и читать, рисовать, заниматься спортом и творчеством. Поздравляю всех учителей с Днем знаний. И хочу пожелать старательных и внимательных учеников, которые будут вас радовать своими успехами и пятерками. День знаний на стране FM.